Ну что же, дорогие друзья, нам для натюрмортов потребуются всякие груши, яблоки. Давайте мы сделаем грушу сначала. Подготовим ее сейчас к UV-развертке. Тем самым скажем Mark 7 вот здесь. Так, с этой стороны то же самое сделаем. Тоже Mark 7. И низ. Марк 7. Так, ну вот эти нам, пожалуй, будут не нужны. Да, я думаю, что я слишком высоко вообще делал. Вот тут. Да, вот так. Марк 7. А вот эти мы скажем, что мы это заклеаним. Клеа. Выделяем и говорим clear. То же самое здесь. Выделяем. Таким образом, наша груша подготовлена к развертке. Ну, а что нам мешает теперь сказать, что давайте мы пойдем в UV editing. Вот он, CD editing. Здесь сейчас мы это дело выделим всем. А, все выделим. L нажали. Вот он развернул уже сразу. Если нас это устраивает, мы можем так оставить. В общем-то. Теперь давайте такую стандартную текстурку набросим сначала 2048 на 2048, и вот здесь UV grid, вот оно теперь. А теперь нам надо вот здесь сказать, что нам тоже нужна текстура. Сейчас немножко вытяну вот так. Текстура, так, ну тоже назовем ее. Так, пойдем сюда в Base Color, скажем Image Texture. И вот здесь у нас должен так. Вот он быть. Скажем стильно. Вот. Теперь у нас и там есть текстура. Хорошо. Это уже радует. Дальше теперь надо научиться рисовать другой текстуры, текстуры груши. Для этого, наверное, мы перейдем сейчас в текстуру Painting. Вот так. Вот здесь. Здесь тоже. Ага, видите? Он рисует просто, скажем, такими штуками. Видите, нам нужна груша здесь, не просто вот эта. Поэтому нам надо как-то сделать так, чтобы выбрать пантинг. Так, ага, текстодрав. Теперь самое сложное для меня – это дать ему возможность получить грушу для рисования. Так, теперь давайте мы не здесь, а вот тут открываем. Так, и вот здесь в текстурах мы скажем, что новая нам нужна текстура. Так. Теперь пойдем сюда, выберем здесь кисть, она уже выбрана. Так. Перешли вот сюда, выбрали brush, пошли в image и открываем текстуру груши. Это у меня тут валялось на десктопе. Вот она. Открываем ее. Вот она появилась. Интересно, здесь у нас тоже появилась? Нет? А, нет, тут тоже появилась. Прекрасно. То есть у нас вот теперь уже есть вот это. Хорошо. Одно дело сделали.
Так, ну, чтобы начать рисовать, в принципе, нам надо выбрать вот этот стенсил. Вот. Появилась груша у нас. Прекрасно. Теперь нам надо как-то расположить ее на нашей настоящей груши. Да? Так, вот она у нас появилась. Давайте возьмем правую кнопку мыши, подвинем вот сюда. Shift. Можем ее Shift и правую точку мыши увеличиваем. Вот так. Сюда еще подвинем. Вот так. Так. И по оси. Сайтс, ну-ка, вот так где-то сделал, может быть, много, 1,30. Вот, и теперь можем, в общем-то, начать уже разрисовывать ее, да? Кажется, она широковата еще. Да, поэтому давайте-ка мы его еще сдвинем. Еще, наверное. Ну, 50. Да, вот, наверное, 50 будет как раз вот так. Потом здесь можем еще порисовать вот так. Здесь подвинем, порисуем. Вот так. А нет, тут не надо уже было. Это я задел, не пойму где. А вот там видно, что вот белая, значит, надо чуть-чуть ее П. Правую кнопку мыши вот так еще раз закрасить. Вот тут, да? Так, так и так. Вот тут, естественно. Все, которое бы нам надо поправить. Поэтому сейчас мы вот эту вот текстуру сюда положим и начнем ее точно так же красить. Где-то еще вот тут. Тут. Как бы вслепую почему-то получается. Я понять не могу, почему такая ерунда получается. Наверное, где-то в настройках можно арфу добавить. А так это, конечно, издевательство. Так, то же самое мы сделаем снизу. Посмотрим, так вот сделаем. Ну, остальное мы, в принципе, можем всегда доработать в фотошопе. Так, примерно так вот оставим. Видите, вот тут темная вообще полоса получилась. Поэтому я бы так больше засветлил ее маленечко. Вот так, раз, раз, раз. Так, да. Ага. Ну, еще раз. Мы с вами это все спокойно сделаем в фотошопе. Добавим, если что. Главное, чтобы мы научились как бы рисовать уже текстурами. То есть мы берем вот эту, да, можем сейчас сделать следующее. Собакин там возмущается. А вот тут еще, допустим, да, мы можем взять вот этот сюда и вот здесь его покрасить, и все. Таким образом закрасить пропущенные места. Ну-ка. Да. Вот.
Это главное было этому научиться. А все остальное поправимо. То есть ставим вот так, да? Ставим. Опа! Нет, не так. Это правое. И вот это коричневое мы начинаем вот здесь красить. Ну, я думаю, что этому этим вполне буду доволен. Здесь тоже может быть так чуть-чуть. Интересно, а вот тут нет. Угу. Все. Так пускай пока будет. Теперь нам надо сохранить этот как-то материал, эту развертку. Мне кажется, надо ее сохранять отдельно. Так. Тут какая-то бяка немножко. Ну, это меньше всего меня сейчас волнует. Сейчас меня волнует, как это сохранить. Так, ну теперь смотрим. Image, save. Давайте в текстуру где-нибудь спрячем его вот сюда. Так. Пойдем в Photoshop. Открыть. Так, открыть. Blender. Текстура. И открыть вот этот. Первое, что бы я хотел сделать, ребята, первое, что я хотел бы сделать. Сейчас я выберу открыть. У меня есть зубка, так называемая. Зубка есть. И она. Десктоп. Вот она. Так. Мы ее сейчас выделим. Фотошоп это мы вообще молодцы, что там говорит, и скрывать-то зачем? Вот так. Вот тут видели, скопировали. Пойдем вот сюда, бросим сюда, и теперь ее уменьшаем. Так, где-то делаем. Так вот. Так, делаем ее. А дальше применим к ней какие-нибудь затемнение, затухание. Не важно что, но главное, что мы сейчас что-нибудь применим. Самое лучшее, которое будет. Так, смотрим. Нет. Да что ж такое-то? Какой вот. Вот этот у нас обычный, да? Ага. Затухание. Ну, где-то вот так, наверное, мы сделаем. И теперь скажем вот. А дальше мы возьмем с вами кисточку, жесткость уберем. И вот так сделаем. Ну и все. Вот так. Так, теперь здесь поработаем. Возьмем вот там, так вот, раз я сюда, так, соединяемся, теперь вот этот момент вот сюда, да, что-то он покрасился зачем-то, я не хотел, чтобы он красился, потом вот эти места тоже как-то вот так сделаем здесь. Давайте их выделим вот так. А, они не выделяются. А, они не выделяются. Почему? Должны пойти. Как же так-то? Я же должен здесь.
То есть тут мы можем спокойненько себе делать. С этим придется тут повоевать, я так понимаю. Это не так просто, как кажется. Мы справимся. Так, в чем дело? Сюрприз за сюрпризом, блин. То же самое произведем здесь. Вот это вот странное пятно, конечно. А здесь мы сейчас нарисуем что-нибудь. Так, возьмем маленькую. И вот так нарисуем здесь. Так, вот так. Должно у нас получиться. Вот это мне не нравится, откровенно не нравится вот эта штука. Вообще какой-то немножко неказистый такой получается груш. Ну да ладно, мы сейчас посмотрим, как это на самом деле будет. Сохраняем PNG. Так, сохранить. У нас теперь сохранить как, скажем, давайте сохранить как, чтобы знали разницу. Вот сохранить как PR2. PR2. Да. Так, теперь вернемся к нашим баранам и скажем загрузить. Вместо этого мы загрузим PR2. Получили вот такую игрушку. Единственное, что слишком она, мне кажется, блестит, хотя она так и должна быть, по идее. А вот это почему-то не проявилось, что странно вообще-то. Не особо как помогло, я смотрю. Вот так чуть-чуть. Потому что мы, наверное, тут не рисовали ее. Вот это мы ее не рисовали, поэтому так получилось. Ну да ладно, пока так, ребята. На этом закончим. Пока.